Мурманский участковый вместе с подельником попытался завладеть чужим автомобилем. Транспортное средство было изъято и помещено на стоянку отдела еще в 2016 году. Участковый сфальсифицировал документ, отразив в них сведения о том, что оно якобы является бесхозным, при этом вставив материалы заявления соучастника. После этого соучастник обратился в суд с заявлением об обращении автомобиля в свою собственность. Но махинация с документами не удалась. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности. А бойцы СОБРа задержали предприимчивого участкового. В настоящий момент по уголовному делу сотрудник полиции и вступивший с ним в сговор жители города Мурманска были задержаны. Были проведены все необходимые первоначальные следственные действия с их участием, после чего им было предъявлено обвинение. Предварительное расследование данного уголовного дела продолжается.